Всем здравствуйте! Так, зажигаем нашу свечку. У нас в Испании сейчас почти 12 часов ночи. Так, значит, о чем я сегодня хотела вам сказать, это то, что сейчас у нас до 7 числа идет растущая луна, то есть фаза луны растущая. И она очень хорошо благоприятствует магии, направленной на усиление того или иного потока вашей жизни. Допустим, магия на исполнение желания, мечты, заговоры на замужество, на какие-то новые отношения, на зачатие, на деньги, на красоту и многое-многое другое. Вот. Еще повторюсь, значит, растущая фаза Луны, она у нас будет до 7 числа включительно. Так что пользуйтесь, не теряйте момент, пользуйтесь шепотками, заговорами. Так, и что? Значит, сегодня у нас такая очень щепетильная тема, на которую я хочу вам дать один заговор. Этот заговор можно делать для мужчин любого возраста. Для этого вам понадобится ночью, когда мужчина спит, прочитать шепотом над ним данный заговор. Данный заговор, как вы уже понимаете, он будет импотенцией. Говорить нужно достаточно тихо, чтобы ваш молодой человек, супруг не проснулся, конечно же. С таким горячим желанием, с верой. Вот. Данный заговор звучит таким образом. Господи, благослови. Господи, помоги. Как у бутылки сей горлышко навсегда стоит бодро и прямо. Так бы у раба Божья, называйте имя, мужчина, завсегда Михель стоял на рабу Божью. Называйте свое имя. И денное, и ночно, и для похоти телесное, и для любви жаркое. Аминь, аминь, аминь. Значит, данный заговор нужно читать 3 ночи. И вы уже в скором времени заметите разницу между до и после. Данный заговор, он старинный, деревенский. Многие женщины в свое время спасли свой брак именно этому способу. И, конечно же, как я и говорила, данный заговор нужно делать на растущую луну, то есть сейчас, до 7 числа этого месяца. Потому что месяц, когда он растет, таким образом желание вашего мужчины, оно будет подниматься с каждым днем все выше и выше. Вы понимаете, о чем речь? Данный заговор часто используют даже для лечения бесплодия. Так, ну на этом все. Пользуйтесь во благо. До скорой встречи.